Прошло более часа после объявленного заседания суда, но заседание суда так пока и не состоялось. Дверь у Новосибирского суда по-прежнему закрыта. Периодически ее открывают, впускают людей и снова закрывают. Как признался нам один из сотрудников в сердцах, вот выдернули 2 января в выходной день. Сюда зашел секретарь, новый адвокат Ивана Переславцева, назначенный адвокат Светлана Павловна, которая сказала, что только 31-го узнала, что она адвокат Ивана Переславцева. Некоторые люди выходят вот здесь через внутреннего дворика. Вот через эту решетку. А Ивана Переславцева доставили в суд, как нам сообщили, через внутренний двор, прямо из милиции, из полиции. Она там находится, да? Да. И что интересно, заседание, которое по делу о краже, как опять же нам сказала новый назначенный адвокат Ивана Переславцева, объявлено закрытым. Почему закрытым, никто не знает. Ну уж точно это не связано с ценностью телефона, который якобы был украден таксистом. Этот телефон, собственно, никто не видел, никто ничего по ему пояснить не может. И никто не сказал даже марки его. Ты же за кадром. Все.